У Путина есть двойник, тройник и переходник. А у Леонардо Йоновича есть только манекен. Кстати, рукавицы мои тут. А вообще, неплохой парень, я вам скажу. И самое главное, опустил голову. Стесняется. Прекрасный человек. Я бы ему даже руку пожал. Здравствуйте, Леонид Иванович. Скажите, пожалуйста, почему такой грустный? А, работаете без выходных. Ну, я вас прекрасно понимаю. Я тоже работаю не только без выходных, а еще иногда посуточно. А вы вешни нос. Вы нос не вешайте. Все изменится к весне. И поверьте мне, наша страна станет значительно лучше. Я горжусь вами, а мы гордимся нашими подписчиками.